Здравствуйте, в эфире «День за днем», в студии работает Олег Соловьев. Сегодня в программе. В Десногорске ведут борьбу с последствиями снегопадов. Во дворах не получается все вычистить снег качественно из-за того, что автомобили стоят на дорогах и приходится все вручную убирать. Заседание общественного совета. В 2021 году мы имеем все возможности наверстать упущенное. Классическая зима с холодами и снегом радует горожан уже несколько недель. Но что одним в радость, для других – дополнительная работа. Ежедневно с 4 утра и до позднего вечера в городе работают коммунальщики. В помощь им и техника, задача которой – очищать от сугробов автомобильные и пешеходные дороги, а также вывозить тонны снега за пределы города. Для этого ежедневно в городе работает не менее 13 единиц техники. Но эффективность уборки зависит не только от работников коммунальных служб. Во дворах не получается все вычистить снег качественно из-за того, что автомобили стоят на дорогах и приходится все вручную убирать. Просьба к водителям и жильцам домов оставлять машины на парковочных местах или в данные погодные условия воздержаться от поездок. Бороться со стихией коммунальным службам придется как минимум до конца этой недели. В Смоленской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие выходные. Ожидается сильный снег с порывами ветра до 20 метров в секунду со стабильно низкой температурой воздуха, а прирост высоты снежного покрова составит 25-40 сантиметров. Первое за долгое время заседание Общественного совета Десногорска прошло 10 февраля. Ранее был сформирован новый состав коллегиального органа, но каким-либо результатом за 2020 год коллективу прийти не удалось. Намеченные планы вмешалась пандемия. В 2021 году мы имеем все возможности наверстать упущенное. Главное, считаю, относиться друг к другу с терпением и взаимным уважением. Ну и, конечно, добросовестно исполнять добровольно взятые на себя обязательства. Ранее одной из функций совета было решено считать помощь жителям в решении тех или иных городских задач. С этим горожане могут обратиться письменно, отправив письмо в почтовый ящик в здании администрации. Но для того, чтобы это было эффективно, членам совета необходимо выстроить работу со службами городской администрации и советом депутатов. То, что касается проведения круглых столов, опять же, у нас в последнее время проводится очень много различных итераций. Поэтому я думаю, что если у вас есть желание, если у вас есть возможность участвовать, пожалуйста, милости просим. Пока же деятельность совета предложено начать с благодарности медикам, которые на протяжении прошлого года и сейчас стоят на передовой борьбы с коронавирусом. В какой это будет форме и когда, обсудят члены совета. У меня предложение к вам. Рассмотреть вопрос какой-то общественной благодарности, которую, может быть, вынесли бы работникам медико-санитарной части за тот их труд. А о дальнейших планах совета будет сообщено дополнительно. В конце выпуска о погоде. 12 февраля в Десногорске сильный снегопад. Днем минус 14, ночью будет минус 16. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго!